На базе Полоцкого погранотряда прошли торжественные мероприятия, посвященные 25-летию образования Полоцкого пограничного отряда. В честь юбилея воинское формирование посетили почетные гости, бывшие военнослужащие отряда, которые в свое время стояли у основания воинской части. Прибыл пограничный отряд 14 сентября 1992 года. Исполнял обязанности до декабря месяца и принимал пограничный отряд и личный состав. Личный состав прибывал из Таджикистана, солдаты срочной службы, порядка 70 человек. И офицеры, прапорщики, которые после развала Советского Союза прибывали для дальнейшего прохождения службы в Беларуси. Гости праздника выступили с поздравительной речью. Представителям пограничного отряда были вручены юбилейные медали, отличительные знаки, благодарственные письма, грамоты и другие подарки от взаимодействующих структур. Отряд с каждым днем развивается, это видно невооруженным взглядом. Если говорить о морально-психологической готовности личного состава отряда, она находится на высоком уровне и обеспечивает выполнение тех задач, которые стоят перед пограничным отрядом. Командованию и личному составу удалось сбить тот поток нелегальной миграции, которая в свое время была на участке пограничного отряда. Это все благодаря кропотливому труду каждого пограничника Полоцкого пограничного отряда. В день празднования юбилея в управлении пограничного отряда была открыта художественно-эстетическая композиция герою Советского Союза, гвардии старшему лейтенанту Александру Космодемьянскому. Композиция стала своего рода символом благодарности за подвиг, служащий памятью подрастающему поколению. Гвардии старший лейтенант Александр Космодемьянский зачислен в списке 402-го гвардейского Дновского краснознаменного ордена Кутузова третьей степени ракетного полка, сформированного на базе 328-го тяжелого танко-самоходного полка, дислоцировавшегося ранее на территории воинской части. Граница – это суверенитет, а суверенитет – одна из составляющих независимости, поэтому здесь делается все и на всех направлениях для того, чтобы была вот эта защита страны, была эффективная эта защита и вместе с тем был нормальный быт у солдат, у сержантского состава, у офицеров. То, что сделано вот на базе бывшего 402-го полка, это заслуживает уважения, это по быту и инфраструктуре один из лучших отрядов Республики Беларусь. Пограничный отряд был создан в соответствии с постановлением Верховного Совета Республики Беларусь. Приказ о его формировании был подписан 24 сентября 1992 года. Погранотряд создавался на базе ракетного полка стратегического назначения. Управление пограничного отряда создавалось из офицеров, прапорщиков, которые после распада Советского Союза переводились в Беларусь из пограничных округов бывшего Союза. Я считаю, что у нас не должно быть сложностей. Любая сложность для нас – это развитие профессионального мастерства. Ибо служба на границе всегда считалась самой почетной службой, ибо пограничник встречает, пограничник провожает. А любая сложность, возникающая у нас, это только путь к развитию. Сегодня подразделения Полоцкого пограничного отряда расположены в Верхнедвинском, Миорском и Брасловском районах, а также в аэропорту Витебска и на железнодорожной станции в Полоцке. За 25 лет полоцкими пограничниками во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов задержано 928 нарушителей государственной границы, 261 единица оружия, пресечено более 1500 попыток нелегального перемещения предметов административных правонарушений и контрабанды. В пунктах пропуска на государственной границе пропущено более 18 200 000 лиц и более 8 миллионов единиц транспортных средств. Любовь Савко, Сергей Залынский, Саммит Плюс ТВ.